Всем привет! В этом видео я буду делать поделку по своему рисунку. Я буду делать такого единорожку из термомозаики. Кто не знает, термомозаика — это вот такие бусинки. Они собираются на пластину вот с такими штырючками. Это основа. У меня есть такая вот прозрачная основа. Еще нужен пинцет с тонкими кончиками, вот такими, чтобы удобно было набирать бусины. И такая пластина очень удобна, если нарисовать небольшой рисунок. Вот у меня единорожек, он 10 сантиметров на 10 сантиметров. Сверху положить пластину. И на этой пластине один штырек совпадает с одной клеточкой. То есть одна клеточка равна одной бусинке. И просто сверху набираем бусинки, надеваем на вот эти штырючки, выбираем по цвету бусины. И получается такой рисунок. Выбираем черные бусины из мозаики. Я даже не хочу сортировать. Надеваем на штырючек. Вот и собираем так всю картинку. Вот собрала я мозаику, вот что у меня получилось. По рисунку делать это очень просто. Вот так это выглядит мозаика вблизи. Теперь нужно утюгом прогладить эту поделку. Я переложила мозаику на основе на полотенце. Теперь берем листик специальной бумаги, тут какое-то покрытие есть особенное, чтобы не прилипали эти бусины. Накрываем сверху и горячим утюгом аккуратно приглаживаем. Мозаика начинает плавиться и склеиваться. Я хорошо прогладила термомозаику горячим утюгом. Минуты 2 или 3 нужно хорошо прогладить. Не трогайте еще горячие бусинки. Видно, что вот они немножко расплавились, склеились. Это значит, мозаика готова. Теперь нужно остудить и сверху, чтобы поделка осталась ровная, положить груз. Я накрываю поделку пока на тепленькое листиком бумаги и положу сверху две толстые тяжелые книжки. И оставляем так минут на 5. Прошло 5 минут, убираем груз. Легко от основы отделяется, теперь нужно отделить ее от бумаги. Вот такая красивая поделка получилась, единорожка. Смотрите, с этой стороны она вот такая, более гладкая. А с этой в дырочку. Вот через такую бусинку можно сюда вдеть или ленточку, или цепочку какую-нибудь, сделать подвеску для сумки или для ключей, или просто какое-то украшение можно взять. А можно просто так оставить такую яркую, красивую поделку. Вот сравните, что у меня получилось. Рисунок и поделка из термомозаики единорожка. Сделано по рисунку, делается очень просто. Вот такая красота получается. Я вдела в поделку вот такую цепочку для брелков. Одевается она хорошо в эту дырочку, в бусинку. Закрепляется. Теперь у меня вот такая поделка. Можно прикрепить сюда ключи, можно надеть на сумочку вот такое украшение. Если вам понравилась моя поделка из термомозаики, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. На моем канале много рисунков. По этим рисункам можно делать вот такие яркие, красивые поделки. И всем пока-пока! Yeah.